Костер потушите и затаитесь. В доме. А ты? Ты куда? Я скоро буду. Пришлый придет, придержите его. Только не трогайте без меня. Сильвер, а что это с ним? Похоже, тот, кого Джага ждал, вернулся. Я считаю, что не очень хорошие, конечно. Не очень хорошие, они точные, желания огромные, вкусные, но это еще и вопрос придумывания персонажей. Тому, кто принесет этот самородок, Джага даст 10 штук зеленью. Ну да, уже пробы негде ставить. Но в этом и есть прелесть. Но все равно мы ищем какие-то человеческие качества. Вы бандит же, получается. Слава Аэрофлоту! Это как раз вот это. Тот самый Стёб. И без этого нельзя, потому что без этого жанр будет хмурым. За дебила он не ответит. Мы с Сильвером должны были стоять у костра. Только стоять у костра, собственно. Видимо, ожидая, пока приедет наш старший. В результате начались съемки, режиссер крикнул: «Ломай ногой!» Прям в кадре я попытался сломать в кадре доску. Доска спружинила, меня отбросила. А там склон такой очень крутой. Я по этому склону по камню покатился вниз. Вот. Потом мне сказали, что думали, все, я убился. Нет, я не убился. Я даже ничего себе не стукнул. Можно было бы дальше снимать. Я, в принципе, был бы за то, чтобы этот кадр остался. Ты как, со мной или с ними? Там костер, все это вот, ощущение вот это вот, ночь. Потом бандиты, тут бабушка, там, мы деньги привозим тут после убийства, там, денег очень много. Камера есть! И начали, поехали!